На молодежном чемпионате Европы в Чехии наш дзюдоист Бюгар Талыбов впечатлил фанатов своим поступком во время боя с представителем Грузии Турники Поладишвили. После боевого приема нашего спортсмена его соперник не смог продолжить поединок. Представитель Азербайджана помог Поладишвили, которому было трудно передвигаться, покинуть татами. Отметим, что Бюгар Талыбов стал чемпионом Европы по дзюдо. Он победил представителя Сербии в полуфинале и Украины в финале. Таким образом, количество золотых медалей, завоеванных нашей страной на турнире, достигло 3. Напомним, что ранее на высшую ступень пьедестала почета поднялись наши дзюдоисты Эльджан Гаджиев и Вюсал Галяндарзаде. Еще один наш спортсмен Туран Байрамов дошел до финала, но в итоге стал обладателем серебряной медали. Напомним, что чемпионат Европы в Праге продлится до 18 сентября.